ветераны педагогического труда. Эти аплодисменты зала в вашу честь. Свои знания, как быстро пролетели 40 лет. Но я хочу сказать, что все так же энергичны и обаятельны. Ну а я приглашаю вас, дорогие ветераны, на эту сцену. Добрый день, дорогие наши удельники, наше сегодняшнее свято. Поглядите, сколько нас много. Мы, ветераны нашей родной школы, пришли на встречу с ее. Вы видите, 40 годов – это так много и так мало. Сдается, учора, только учора. 40 годов тому назад Людмила Миколаевна, Александра Павловна, Софья Григорьевна, Раиса Васильевна и многие-многие другие наставники рыхтовались до открытия нашей новой школы, третьей школы. Прибирали, мыли, сустракали деток. Праз два года, 38 годов тому назад, у эту школу мы пришли с Татьяной Васильевной, молодыми специалистами. Нас сустрел наш Иван Максимович, чудовный директор, вельми строгий, потребовательный. И, мабуть, не отбылось бы с нами таких наставников с Татьяной Васильевной, коли б мы не працевали разом с мудрыми, судовными профессионалами своей справы. Мы у них учились, молодые, учились не только працевать, учились жить. Вы видите, а для меня третья школа – это, ну, мабуть, другий родный дом. Именно тут я нашла своего одинного, свою другую половинку. Тут учились мои дочушки. Ведаете, и 38 годов, как я прожила с Виктором Викторовичем, 38 годов, как я начинала работать в этой школе. Это так много. Поэтому сегодня я просто хочу сказать, квитни, будь яркой, родная школа. Нехай на небосхиле нашей родной школы ярче загораются яркие зорочки. Видите, ну, я гонорюся, что именно нашим районом, глава нашего района, Владимир Владимирович, наш выпускник. Я учила одноклассника старшего Сережи, брата. Тем не менее, хочу еще сказать, нехай завсёды наша школа будет самой лепшей, самой яркой. Вам, дорогие мои коллеги, здоровье самое важное, мощное, счастья, добра, миру всем нам над головами нашими. Дети, вы живете, учитесь, мабуть, в самой лепшей школе нашего района. Ну, потому что, не обижайтесь, городские керовники, просто это наша школа, это родная школа, это третья школа. Всем работникам третьей школы низкий поклон. Всего вам самого доброго от нас, ветеранов педагогической працы. Дякую, великие администрации нашей любой школы. Потому что, ось,
якая она яркая, прыгожая, и что вот нечто новое з'являється, это дякуючи вам. Дякуючи педагогам и администрации школы. Видите, я працювала 29 годов в этой школе, а после 8 отделе эдукации хочу сказать, ну, мабуть, что взаиморазумение такое было у меня с коллективом отдела, с усими школами, потому что я працювала, починала именно в этой школе. А кроме этого, хочу сказать, что поездила я за 8 годов вельми много. Не только по районах Брестской области, а в Угуле по всей республике. На семинары ездила, республиканские, областные. И хочу с уверенностью сказать, поверьте, что наша третья школа одна из самых лепших. Кольки гостей мы сустракали разных узровнев, кольки выпускников достойных мы выпустили. Дякую третьей школе. Хай она цвете, расцветая. Наталья Антоновна, примите, коли ласка, от нас мы специально выбрали с Татьяной Васильевной яркую такую вопротку этой кветки, кветку яркую, как саправды дальнейшее житё нашей дорогой школы было ярким, судовным житём. Всего самого доброго. Дякую. Мы с Верой Николаевной опять сошлись, потому что в третьей школе мы начинали работать вместе. Поздравляю вас всех с таким замечательным праздником. Я очень счастлива. И буду очень кратко. Спасибо, третья школа, за то, что ты была, есть и будешь в моей жизни. А всех нас поздравить так приятно с юбилеем, вручив подарок этот. Вместе с ним мечты любые сбудутся скорее, и будет каждый день неповторим. Это Настя. Дорогие, уважаемые, любимые, самые долгожданные, спасибо вам большое за то, что вы есть всегда в истории третьей школы. И я желаю вам, чтобы вы были самыми богатыми на здоровье и на долголетие. И помните, мы всегда с радостью ждем вас в третьей школе. Я не могу не присоединиться к этим поздравлениям. Я вот уже не вспомню, конечно, имена, но я учитель белорусского языка. Меня учил. Людмила Николаевна. Классный руководитель Нила Казимировна. Учитель истории тоже Тамара Анатольевна. Тамара Николаевна. Учитель пения. Вовочка, присядь. Бог обделил меня слуховыми волосами, да я их запел. Вова, сядь. Дальше, что учитель учения, ну и многие-многие другие. Вы знаете, что я действительно перед вами преклоняюсь. Огромное вам спасибо. То, что я здесь на этой сцене стою, это тоже, наверное, благодаря вам. Умеете изменить это знание. И самое главное, мои двери для вас всегда открыты, для всех. Поэтому по любому вопросу приходите. Конечно, желательно, чтобы по-хорошему. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я, наверное, если кто-то еще будет говорить, но я думаю, что ваши глаза говорят о многом. Поэтому спасибо, и я попрошу занять место в зале. Пожалуйста. Под аплодисменты зала третьей школы. Я вас не слышу, третья школа. И, конечно же, мы просим вас оставить ваши пожелания школе на нашей елке.